Всем привет, друзья! Сегодняшний выпуск посвящается для тех людей, кто любит себя и в то же время очень любит вредное. И, кстати, в сегодняшнем выпуске будет сюрприз, так что смотрим до конца. Для очередного рецепта нам понадобилось 500 грамм филе грудки индейки, соль, пергаментная бумага и приправа по желанию. Как приправу мы взяли основу коктейля для похудения и смешали с солью. Чтобы было легче нарезать тонкие листы, мясо лучше немного подзаморозить. Узнали жирафика? Так вот он вернулся и, как обычно, снова помогает. За 500 грамм филе индейки мы заплатили 180 рублей. Килограмм стоил 360. Пергаментная бумага 90 рублей. Соль 10, но это, в принципе, можно и не считать. А приправа 120 рублей за упаковку, но они бывают и дешевле. Мы просто взяли полезные. Итого за выпуск получилось 520 рублей. Пергаментную бумагу мы кладем на противень, насыпаем приправу, раскладываем листы мяса и сверху также посыпаем приправой. И убираем в духовку минут на 20. Ну или просто, посолив листы мяса, пожарить на сковородке. А дегустацию сегодня провел наш главный помощник. Да, ребят, он подрос. И жирафик – это его младший брат. Вкуснее, кстати, получились просто соленые чипсы без приправ. Поэтому скорее за мясом и приятного аппетита!